Здравствуйте, подписчики и гости канала. Сегодня мы начинаем строить новый компостный нагреватель. Сейчас будем делать отмостку и потом на нее ставить короб, в котором будет сама компостная куча. Старую компостную кучу мы уже в старой компостной куче демонтировали трубы. Вот поэтому будем собирать новую. Обрезали доску в размер. Теперь каркас у нас соответствует, вернее, подстилочка соответствует размеру для каркаса. И приступаем к сборке каркаса. Половые каркасы готовы. Один каркас мы сейчас зашьем полностью. Этот каркас будет у нас в дальней стене находиться. А остальные мы будем зашивать по мере загрузки короба. Одну боковую стенку зашили наглухо, теперь приступаем к сборке самого короба. Короб практически готов, можно загружать сырье для компоста. Значит, будем сейчас загружать сырье для компоста и по мере наполнения короба будем наращивать борта. Вложил первый слой. Ботва свекольная, морковная. Теперь поставим трубы и насыпем слой опилок. А сверху на опилке будем сыпать навоз. Трубы поставлены. Теперь приступаем засыпать опилочки. Будем слой опилок насыпать. Итак, опилки засыпаны. Теперь будем проливать опилки водой, потому что опилочки очень много берут в себя воды, и чтобы не повторять ошибки при создании прошлой кучи, мы будем каждый слой опилок проливать водой. И тогда я думаю, что все будет хорошо. Компостная куча собрана. Начало потихоньку работать. Времени ушло приблизительно дней 10, потому что не каждый день закладывались слои. Выдерживалось время, чтобы дало усадку, поскольку внизу была заложена ботва свежая. Она сразу начала работать, гореть, шел пар. К сожалению, не смог я это отснять, не было времени. Вот. Значит, сделал замеры входящего воздуха.
он составил 13,1 градусов. И выходящий воздух 17,8 градусов. Значит, через неделю я сделаю еще замер. Посмотрим, как быстро оно начнет работать, эта пучка, и какой даст результат.